Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров сегодня, 23 ноября, вылетел с рабочим визитом в город Ереван, Республика Армения, для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств, членов организации обсудят текущую ситуацию в зоне ответственности ОДКБ и актуальные вопросы международной безопасности. Кроме того, запланировано подписание ряда документов, направленных на укрепление союзничества между государствами, членами ОДКБ, а также регламентирующих деятельность организации. Отметим, что в рамках сессии Совета коллективной безопасности лидеры стран ОДКБ подведут итоги председательства в Организации Республики Армения и заслушают информацию о приоритетных направлениях деятельности в период председательства Республики Беларусь.